команда, которая выйдет на эту сцену, она представляет славный, добрый город Верск. Команда КВН – сборная нормальных людей! Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, сборная нормальных людей на сцене. 1/4 финала открытой лиги, игра серьезная. Ребята, кто так начинает? Разве это начало сборной, КВН вообще, а? Чё не так-то? Ну это вообще, понимаете, это никуда не годится, это скучно, это статично, это не модно в самом-то деле. А что модно? Модно, рэп. Но рэп это не мое, поэтому танец. Никит, танец нам не подходит. Ну тогда зажигательный танец. Ой, это нам подходит, давай. 1, 2, 3. Никита! Давай лучше вместе с нами. Ребят, игра серьезная, нужно проходить в полуфинал, поэтому начнем на 1, 2, 3. Никита! Рэп так рэп. Привет, открытая лига, борется она с тобой. Начинаем игру, скоро вступаем в бой. Чтобы пройти в полуфинал, придется побороться. Мы будем начинать и выпьем из колодца. Но не мое рэп, ребята, простите. Начинаем! Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. И мы начинаем. Итак, представьте, девушка проходила мимо зеркальной витрины и поняла, что постарела. Проститут. Мама! Парень неожиданно сел. Вот это не... Последнее время стало модно посещать различные курсы. Итак, представьте, парень был всего на одном занятии по пикап-мастерству. Как дела? Нормально. Эй, кратко, как дела? Случай на лестничной клетке. На меня трое идут, я пистолет достаю, такой... Ребят, можно потише? У меня ребенок спит. Ладно, я тогда тебе завтра расскажу, давай. Ребят, подождите, я же не говорил, уходите. Я говорю потише, интересно же, что там. Очень странные судебные приставы. Здравствуйте, у вас долг. Какой? Супружеский. Так, я же отдал. Так-то проценты накапали. Ага. Все, спасибо, распишите. Каждая девушка узнает себя в этой ситуации. Ага, мне надо выбрать пакетик на физру. Так, начнем. Манго! Какой он офигенный, но... Большеват, да. Зара! Он бумажный! Меня с ним увидят, подумают, что я гламурный. Ай, как круто! Но не то. Love Republic. Да это же наша семейная ценность. Его бабушка маме передала, а мама мне. Нет, что-то страшно с ним идти, вдруг порву еще. А? Икея? Что он тут делает? Ах, точно, я же пончики покупала. А что он такой большой? Точно, я же много пончиков покупала. Люблю пончики, да. А хапка? Господи, как он сюда попал? Надо его выкинуть, вообще стрёмный пакет. Галя, ты на работу собираешься или нет? Я впервые веду физкультуру у детей. Дай мне собраться. Парень подкатывает к очень опытной девушке в клубе. Эй, красотка, а твои родители случайно не хлеб? Хлеб. Слушай, ангел, а ты когда с небес падала, тебе было больно?
Слушай, а твои родители случайно не охотники? Охотники. Это типа они хлеб и охотники. Ну да, охотники, хлеб, что такого-то? Слушай, а ты знаешь, чем ты занята сегодня? Тобой нет. Слушай, а твоя мама случайно не бабушка? Подожди, а что это за прикол? А типа откуда у них такой... Пирожок. Да блин! Да, отгадала. А ты случайно не баран? В смысле? Ну а что такой тупой-то, как баран? На поле чудес попался, ну, очень принципиальный игрок. 4 миллиона рублей, путевка на Мальдивы 8 дней 9 ночей, моя дача на Белокурихе или приз. Блин, а если там ключи от мопеда? Приз! Вы подумайте получше. 4 миллиона 10 тысяч рублей, путевка на Мальдивы, моя дача на Белокурихе, все с оленей, костюмы бурятских народов, капитал шоу «Поле чудес» или же приз. Блин, он, наверное, дорогущий. 1040 стоит, не меньше. Где же я такие деньжищи-то найду? Эх, приз! Ну, приз так приз. Приз. Вот вам вилок капусты. Нет, приз! Но это и был ваш приз. Вилок краснокочанной капусты, как вы и хотели. Нет, не хотели. Ну не хотели, так не хотели. Следующий игрок. Назовете слово целиком? Это дверь. Поздравляю, вы выиграли мопед! Ура! Какой мопед? Ну, Леоня, как я домой-то поеду? Are you living your life? Дорогие друзья, что хотелось бы сказать? Ребята, ну опять что ли? Как в начале. Ну разве так должна завершать команда КВН свою визитку? Никит, в этот раз что не так? Ну блин, давайте рэп опять. Подготовился? Подготовился. Давай. Сборная нормальных людей! Вы кофелявы! Ну, не мое рэп, ребята, не мое. Сборная нормальных людей, спасибо! Ваши бурные аплодисменты, сборная нормальных людей, друзья! Можно поаплодировать громче, первая команда, которая вышла сегодня на эту сцену! Двигаемся дальше. Сейчас на сцене появится команда, которая представляет Новосибирский государственный педагогический университет. Есть ли болельщики в зале этой команды? Здравствуйте вам! На сцене команда КВН «Кожа». Глянь, что делается. Это ведь она. Кожа! Добрый день, дорогие друзья. Перед вами команда КВН КОА. Так, что за фигня? А где же... Вы хотели же? Это же я! Человек. Паша! Ну что это за прикид, а? Короче, подходит ко мне Максим Лотох и говорит: Паша, я, говорит, после корпоратива мне нужна твоя одежда, давай поменяемся. А ты что? А я-то не отдал, это же моя кожа! Сама та кожа! Все, Паш, давай проваливай. И нет. Вот придурок, а! Чё ты на него ругаешься? Нормально парень одевается. А чё ты, Лёша, ему вечно подакиваешь? А чё ты вечно на меня орёшь? А чё вы вечно не обращаете на меня внимания? У меня вообще-то сегодня день рождения. А вы мне даже ничего не подарили. Блин, точняк, у него сегодня днюха. Не забыли, не забыли, Владос. Подготовили тебе костюмированную вечеринку. Господи, а! Ну, Лёша! Паша! Лёша! Влад! Паша, Влад и двое Лёши, это команда «Кожа». Как нас зовут? Кожа! Ребята, они, походу, не запомнили, давайте ещё раз! Паша, Влад и двое Лёши, это команда «Кожа». Теперь точно закрепили, команда КВН «Кожа», заряжаемся понемногу!
Итак, свою любовь можно встретить где угодно, и даже в офисе. Девушка, вы из какого отдела? Я из налоговой. Итак, представьте, гитарист на отдыхе. Ой, жара! Пойду искупаюсь! Бомбочкой! О, какая ледяная вода! Итак, представьте, парень решил сделать своей девушке подарок на 8 марта, но кое-что не учел. Дорогая, это тебе, угадай, что там? Ачи! Там кошка, дурак, я же тебе говорила, у меня аллергия. Ба, забыл. Тогда спектакль. Тили-бом, тили-бом, загорелся кошки дом. Вы дурачки, вы что показываете-то, а? Лёх, да успокойся. С Бартиком-то все нормально, смотри. Ты дурак, что ли? Тебе рубануть! Лёха, беги! Все, заканчиваем этот спектакль. Дорогие друзья, Лёх, а можно пока тут заканчиваешь, я покатаюсь? Ну иди катайся. Ю-ху! Вот сумасшедший, без прав катается. Ну а если остановят? Пашка, стой! Говорил же, остановят. Садись в люльку, Леха, довезу на сцены! Не, ну вот на этом странном месте точно заканчивать нельзя, поэтому продолжаем! Итак, представьте, у домофона. Здравствуйте, откройте дверь, пожалуйста, это расклейка объявлений. То есть у тебя есть клей? Ты позвонил прям по адресу, заходи в 17-ю, братиш, а то я уже третий день не могу обои доклеить. Друзья, давайте представим синхронисток, давайте представим синхронистки утром после ночного клуба. Где мы? Где мы? Чего ты так орешь? А давай попробуем встать. Бурятка! Бурятка! Фух, это всего лишь опухшая ты! Ну, здрасте! Что это? Кто это? А может быть это маньяк? Блин, страшно! А давай позовем тренера! Тренер! Что делать? Что делать? А давай будем делать так, как мы делали. Придурочные! Я вообще-то директор Рок-Сити, вы там погром устроили, с вас 70 тысяч. Что делать, что делать? А давай будем делать так, как нас учил наш тренер. Эй, а деньги? Вам все отдаст наш тренер. Дорогие друзья, ну и сейчас хотелось бы... Закончить! Паша, чё ты меня вечно перебиваешь? Ну, Лёша! Паша! Ну, Лёша! Влад! Паша, Влад и двое Лёши, это команда тоже. Теперь вы точно запомните нас по именам. Команда КВН Гоша, мы есть в каждом из вас! Друзья, можно поговорить громче! Мы двигаемся дальше. Сейчас на этой сцене появится команда, которая навела шороху на фестивале. И что скрывать, по 1/8, друзья. Бурными аплодисментами поприветствуем команду КВН «Легпро». Всем шалом, здесь Легпром. Начать хотелось бы с новостей. Наш головной вуз присудил к себе еще один филиал, институт в Израиле. И как он будет называться? Ну как, у нас Новосибирский технологический институт, филиал Московского государственного университета дизайна и технологии. Ага. А
А у них Еврейский технологический институт, филиал Новосибирского технологического института, филиал Московского государственного университета дизайна и технологии. Сокращенно идите такие ДТ. Так даже проще. Ты чё опять вырядилась? В смысле? Это вообще-то модный приговор. Вот даже Зайцев в студии. Ты чё? Это другой Зайцев. Это вообще-то мой отец. Он меня на прошлой игре удочерил. Бать, а у меня для тебя сюрприз. Мам. Лучшие моменты. Но только лишь тогда, когда заплатишь алименты. Дашина мать! Покиньте, пожалуйста, сцену. Ты-то чё молчишь? Чему слова? Я супергерой. Какой супергерой? Я женщина-мошка! Мошкошка? Нет. Ну вот, и что зритель подумает о качестве нашего выступления? На вас даже муха прилетела. Давайте о серьезном. Если бы сегодня была премия на лучшего звукаря, ее бы взял именно наш звукарь. Да, просто подошел и взял. Да что этот звукарь? Ты знаешь, что Пашка вчера сделал? Он вчера ко мне принес кучу ткани прям под нос и сказал, что это надо шить. А я сшивала как могла, чуть концы не отдала. Во-во-во-во-во-во! Даш, ты чё такая ненормальная? На тебя ни один пацан не клюнет. Может, мне ещё мыться начать? Дусь, вот ты ж домохозяйка, у тебя наверняка нормальный репертуар, да? А, ну да, точно. Ты знаешь, так трудно варить супы. Кладбища градки. Ты чё? Ведь мы студенты института легкой промышленности. В трудные времена мы вышивали как могли. Когда моя трудовичка узнала, куда я поступила, она рыдала от счастья. Да, а мой трудовик запил, хотя он до этого прикладывался. Ну чё вы опять начинаете, а? Всё, у меня есть грандиозный номер, пойдёмте за кулисы его выучим. Наконец-то я с микрофоном. Сейчас я расскажу вам анекдот. Встретились как-то швея и еврей. Люба, не сейчас, не сейчас. Друзья, ну а мы попросили наших дизайнеров сделать что-нибудь яркое и грандиозное, что могло бы стать символом нашей команды. Мы сами еще не знаем, что это, поэтому символом нашей команды становится башмак. Что нам с ним делать? Нет, представьте, кошки на радость. Да ну не, да ерунда какая-то. Казус в сказке. Золушка? Не-не, я не буду искать. Так, полная чушь. Блин, Слав, последняя миниатюра. Она нормальная, Лера, объяви. Сутки в магазине. А мне подходит. А принесите второй. А второго нет. Он у Николая Валуева. И он его не принесет, он же одной сюда не придет. Полная чушь. Даже Валерий Леонтьев написал для нашего талисмана финальную песню. Ну такое чувство, что он схалтурил. Давайте послушаем. Человек в форме башмака. Ну и закончить хотелось бы словами великих людей легкой промышленности. Друг мой, помни, ты то, что ты шьешь. Я пиджак. Команда КВН «Левпром». В полуфинале еще моднее. Вакимурова и смены команды КВН «Левпром». Смешно, смешно.
Машмак здоровенный, Машмак здоровенный. Куда-то я пропал несколько секунд. Хотелось бы мне представить еще, естественно, редактора открытой лиги КВН. Это Алексей Прозверов. Друзья, можно поаплодировать ему. И Сергей Лисовой, можно поаплодировать ему. Вот они, замечательные люди. Кстати, Башмак Алексея Прозверова. Выключайтесь. Раз, два, семь. Можно двигаться куда-то дальше. Ну что ж, друзья. Да ты, что ты делаешь со мной? Следующая команда, которая выйдет на эту сцену. Команда КВН «Парк культур». Можно поаплодировать громче. Обычная команда из необычного города. Дорогие друзья, знаете, после прошлой игры мы поняли, что нашей команде не хватает какой-то милости, какой-то няшности. Поэтому мы взяли в команду девочку. Итак, встречайте, Соня. Соня, как бы КВН здесь, там камеди, чё ты туда встала? Это перспективнее и безопаснее. Соня, мы уже уехали из Барабинска, тебе ничего не угрожает. И вообще, Соня, мы здесь представляем Барабинск. Проблема в том, что здесь Барабинск представляет немножко по-другому. Ну так давайте расскажем, как там все на самом деле. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. В Барабинске этого хватает, чтобы жить. Уши, чтобы слышать и чтоб хоть занозить. Но заходятся руки, пацаны могут спросить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Тупо, чтобы просто всю жизнь с ним пожить. Команда КВН «Парк культуры» начинает представлять Барабинск по-новому. Дорогие друзья, представьте, у Чака Норриса случился солнечный удар. Это, по-твоему, удар? А, да, это удар. А мы продолжаем ограбление гипермаркета «Ашан». Где эти кассы? Там! Да где они? Напротив полочки. Туда! Почему ни одна касса не работает? Там открыто! Очередь! Вот там свободно! Гони деньги! Касса заблокирована. Валера, дай ключ. Быстрее! Валера, люди, видимо, торопятся. Охрана! 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 Не нас отсюда! Девушка сломала систему и подарила своему парню не носки и пену для бритья, а радиоуправляемый вертолет. У-ху! Я тебя люблю! И мы тебя любим! Дорогая, отвяжи меня от него! Дорогие друзья, мы вот уже в Новосибирске в третий раз. И вот в этот раз мы поселились в очень красивом, живописном месте. Хилокский рынок. И вот именно там мы нашли себе новых друзей. Ребята, а это, позолотите ручку, а? Ты что, мне не веришь? Да я в битве экстрасенсов мальчика нашла. 3 года уже вместе живем. Вот дай руку. Я смотрю, ты недавно рыбку чистил. А как вы догадались? Чешу я. Ребята, тут у вас так скучно. Можно я хоть песню спою? Говорят, что цыгане уводят коней, что гадают, а потом проклинают людей. Говорят, что цыгане всеми забыты, но твоя мама смотрела по вечерам кормилицу. Пусть нас не любит молодежь, но из них каждый на цыган похож. Работаем лишь за аванс, ведь это мы придумали фриланс.
Женщина! А вы вообще кто? Кто-кто? Через плечо! Ту-ту-ту! Дорогие друзья, ну что ж, а мы продолжаем и двигаемся дальше по бескрайнему просторам юмора. Было у тебя такое было? Приходишь ты домой, а там, значит, чужие мужские ботинки 45-го размера, а у меня 42-й, ну явно не мои. Я, значит, прохожу в комнату, а там жена моя из-под одеяла так испуганно смотрит на меня. Было у тебя такое? Смотрю, вещи мужские разбросаны везде. Чей шкаф приоткрыт, я открываю шкаф, а там мужик в трусах. Он не знает, давай бежать. Было у тебя такое было? Нет. Значит, это был не ты. Человека в метро встречал каждый. Узнаешь меня? Нет. И я тебя не узнаю. Ну зачем вы так на меня смотрите? Пытаюсь узнать. Как вы можете меня узнать? Мы с вами вообще ни разу не виделись. Мне тоже кажется, что проблема в этом. О, кажется, моя остановка. Узнаешь меня? А я тебя узнал. Узнаешь меня? Значит, это не ты. Дорогие друзья, знаете, вот мы подумали и решили, что если мы сегодня проиграем, то Денис станцует тверк. Не будите лихо, пока оно тихо. Да что ты с ними базаришь? Начинаем выступать! Тихо! Команда Генпарк культуры из культуры у нас только называется. Пошли! Бурные аплодисменты команды Генпарк культуры! Чтобы аплодировать громче, друзья! Что ж! Можно двигаться дальше. И последняя команда, которая выйдет сейчас на эту сцену. Команда, представляющая город Бирск. Между прочим, женская сборная. Команда КВН. Я обиделась. Можно поаплодировать громче. Добрый вечер, открытая лига. Мы слышали, что оренбургские пчелки недавно нашумели. Давайте и мы с вами пожужжим. Маленькая пчелка, зу-зу-зу-зу-зу, набила на работу, и просто так зу-зу. Буря в телефоне, дисходина моя, в этот момент громче, падаю шутинья. Зу-з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 у. А ну-ка, пчелки, бегом в улей мне новую форму искать. Команда КВН, я обиделась. Ой, всё! Знаешь, что я делала, когда тебя не было? Встречалась со своим бывшим любовником. Он обещал мне показать... Добрый вечер, дорогие друзья! Представьте, балерина первый раз выступает на большой сцене, и в зале сидят ее родители. Знаешь, что я делала, когда тебя не было? Встречалась со своим бывшим любовником. Очень невнятная семья. Привет, дочь. Привет, мам. Чё, как прошел день? Удачи. Чё делала? Танцевала. Чё танцевала? Так. А, сироп. Здорово, Кирилла. Здравствуй, мама. Здравствуй, сестра. Я не поняла, ты чё?
что, пьяная, что ли? Знаю, что я делала, когда тебя не было. Встречалась со своим бывшим. Мы сильные и независимые девушки. Да! И поэтому мы не будем просить парней из других команд отыгрывать в наших миниатюрах. Да! Поэтому мужская роль у нас будет обозначаться вот так. Парень только побрил бороду. Да я же как баба! Знаю, что я делала, когда тебя не было. Встречалась со своим бывшим любовником. Девушка не умеет подкатывать к парням. Знаю, что я делала, когда тебя не было. Встречалась со своим бывшим любовником. Как вы заметили, наши миниатюры все короче и короче. И мы переходим к блоку совсем уж коротких миниатюр. Самая быстрая игра в крокодила. Вдох. Котик проглотил сабвуфер. Голубь с очень длинными волосами. Да что ж это такое, чужие? Вы постоянно мешаете мне и мешаете. Ну, а сейчас очень актуальная миниатюра. Подруги играют в одной команде КВН. Таня. Таня, ты быстрее. Да, чего в микрофон говорить? Давай. Я уже объявила песню. Ну, еще раз объяви. Подруги играют в одной команде КВН. Так. Катя, блин, ты с танцами лезешь, я слова знаю. Нормально, зато все накрасились перед игрой. Подожди, а где Ксюша вообще? Да вот, вот. А ты на прогоны не ходишь, я не помню, как ты живешь. Я ухожу, Алена со мной. А я хочу с ними играть. Проваливайте. Что-то осталось. Ничего. Я вообще-то конференц, что скажу, то и будешь делать. И чё? И чё? Девочка так сильно смеялась на первом свидании, что хрюкнула. О, Господи. Бесит прям. Почему вот вы косячите, а я должна потом все вот на своей горбушке выступление тащить? Ну, понятно, я капитан, да. Чё? А когда ты капитаном стала, а? Очень интересно. Чего вдруг? Ну, я же смогла вас всех сейчас собрать вместе на сцене. А? Ну да. Это потому что ты у нас заводила. Спасибо, девочки. Молодец. Ты такая молодец. Умничка наша. Девочки, я вот так вас люблю. Ален, ты же хотела своему парню что-то сказать со сцены? Давай. Яшка, мы с тобой уже полгода вместе, и я ни разу не опаздывала к тебе на встречу. Да потому что мы все время тусим у меня дома. Хорошо, хоть и на КВН сходили. Команда КВН, я обиделась, спасибо. Команда КВН, я обиделась, ваши аплодисменты, друзья! Под ваши бурные и несмолкаемые аплодисменты на эту сцену хотелось бы пригласить все команды! Аплодируем, друзья! Боже мой, люди, кожа, лифром, парк, культура, естественно, команда КВН, я обиделась! Сейчас наши многоуважаемые жюри посовещаются, подумают, что они хотят ставить. Итак, максимум за конкурс визитная карточка 5 баллов в том порядке, в котором команды выступали. Оценки команде КВН. Сборная нормальных людей. 4, 4, 4, 5, 4. Идем дальше. Команда КВН «Кожа». 5, 4. 5, 5, 5. Команда КВН «Легпром». 5, 4, 5, 5, 5. Команда КВН «Парк культуры».
4, 4, 4, 4, 4. И команда КВН «Я увиделась». 5, 4. 5, 5, 5. Мне кажется, очень легко посчитать средние баллы. Алексей сейчас это сделает. Аплодисменты за визитную карточку. Парк культуры 4 балла ровно. Аплодисменты, друзья. Сборная нормальных людей 4,2 балла. Команда КВН «Кожа», команда КВН «Лекпром» и команда КВН «Я обиделась» 4,8 балла. Вот это да! А все за счет кого?